Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, братья, сестры, всех приветствую со Львова, привет всем в Киеве, нашей Киевской архиепископии всей. Сегодня прямо после служения вместе вот с Кифой в центре города Львова. Сегодня на воскресном богослужении здесь проповедовал как раз в гостях и передавал привет с Киева от нашей Киевской архиепископии, передавал привет и делился таким предпуримным словом, потому что эти дни как раз и в Киеве у нас, в Киеве буду проводить семинар, и здесь, во Львове, мы как раз разговаривали с пастором Микитишиным, чтобы и здесь тоже провести подобный семинар, именно предпуримный. Но сегодня я делился словом, рассказывая немного о Пуриме, том старом Ветхом Завете, описанном в книге Исфири. И также из Нового Завета уже делился с посланием к римлянам. 8 глава, 28 стих, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И вот также не только из Писаний это рассказывал, но также из своей жизни, из истории своей судьбы, вот, своей жизни, своего христианства. Я верю, потому как, что Пурим — это не только то, что было когда-то и описано в Библии, в отдельной книге Библии, библейской. Но это то, что действительно происходит в судьбе верующего человека, в судьбах народов, в судьбе Израиля и в судьбе Церкви Божьей. В общем-то, из истории христианства, это моя любимая тема, мы видим, что Бог, действительно любящим Его, те, кто поют эту песнь любви в своей жизни, и фимиам любви возносится к небесам, действительно переживает божественный переворот, божественный Пурим. Потому что враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить, а Господь пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. И это великое благословение. Дорогие друзья, здесь также да, передаю привет и огромное спасибо всем, благодарность, кто действительно в молитве о Львове, о городе Льва, из колена Иудина, Иисуса Христа. Я верю, что здесь не только князь вспоминается, основатель города, но и сам великий лев, лев всех львов, Иисус Христос. И благословляю вас, дорогие друзья, во имя Господне, во имя Иисуса Христа, благословляю благословением священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. Из города Львова, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам.